За Кубок Надежды борются 53 юных спортсменки. Они представляют Армавир, Анапу, Новороссийск, Славянск на Кубани, Майкоп и Сочи. Конечно, сочинок больше, ведь соревнования проводятся на базе сочинской детско-юношеской спортшколы номер один. Здесь всегда аншлаг, спортивной гимнастикой занимаются 111 девочек и 153 мальчика. И в очереди еще 100 человек. И это несмотря на то, что требования к выполнению упражнений очень высокие. Уровень спортсменов, особенно в спортивной гимнастике, растет беспредельно. То есть в сторону усложнения комбинации на всех четырех снарядах. Это четыре снаряда: вольное упражнение, прыжок, брусья и бревно. Везде, конечно, требуется максимальная сосредоточенность и внутренний настрой. Но в спорте как в жизни: одним сложно, другим все дается легко. Спортивной гимнастикой я занимаюсь почти 5 лет. И самое сложное, не знаю даже что. Все легко подается. Дарью Зубченко мама привела на спортивную гимнастику почти 8 лет назад. В их городе Славянске на Кубани тоже есть такая же детско-юношеская спортивная школа номер один. Как-то с детства понравилось, лазила по деревьям, были сильные руки. Родители попробовали отдать, но как бы мне понравилось, и я осталась. У девочек большие амбиции и желание непременно выйти на более высокий уровень. На нынешних соревнованиях 10 спортсменок будут подтверждать звание кандидата в мастера спорта, 20 – выполнять нормативы первого взрослого разряда. По мнению судей, две сочинские спортсменки должны по итогам выступления попасть в сборную команду Краснодарского края. Елена Овсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.